37-летняя Алена Водонаева преобразилась в сексуальную кошечку для маскарада After Halloween. На вечеринке также повеселились бывший муж звезды и ее экс-возлюбленный. Водонаева показала свой образ для костюмированной вечеринки. Бывшая участница «Дома-2» решила перевоплотиться в дикую кошку. Телеведущие сделали яркий грим с выразительными стрелками и пышную укладку с вьющимися локонами. Звезда реалити-шоу облачилась в сексуальный облегающий наряд с леопардовым принтом. Черный пояс-корсет подчеркнул изящную талию Алены. Образ завершили леопардовая шубка и туфли на шпильке. Водонаевой удалось выглядеть эффектно и соблазнительно. По словам звезды, эта вечеринка стала отличным способом встретиться с друзьями, однако на маскараде она никак не ожидала увидеть своих бывших. С бывшим мужем встретилась и с бывшим парнем. Шанс таких встреч среди почти 8500 человек, присутствовавших на мероприятии, был минимальным, как вы понимаете. Ну а я всегда рада видеть всех бывших. Уверена, и они меня тоже. Всегда в дружеских отношениях со всеми экс, заявила Алена в Инстаграм. Однако Водонаева добавила, что есть в ее списке несколько имен бывших, с которыми расстаться друзьями не удалось. Вчера телеведущая повеселилась еще на одной дружеской вечеринке. Для выхода в свет она снова выбрала свой любимый леопард и короткие джинсовые шорты. Алена энергично танцевала тверк, демонстрируя роскошную фигуру.